сотрудниками уголовного розыска города Ангарск, главного управления отрядом милиции особого назначения ГИБДД была задержана преступная группа с поличным во время совершения преступления в одном из ювелирных салонов города Ангарск. В ходе задержания у преступников было изъято похищенное имущество, золотые изделия, использованный автотранспорт, маски, перчатки, орудия преступления, спецсредства. В настоящее время указанные члены преступной группы помещены в ВВС города Ангарск. Проводится следственно-оперативное мероприятие, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Имеется основание предполагать о том, что они причастны к серии аналогичных преступлений по территории Ангарска, города и Иркутской области. Задержано 5 человек, один из них привлекался к уголовной ответственности, но не был осужден. Остальные положительно характеризуются, занимаются спортом, не привлекались, административной ответственности также не привлекались.